Один из перспективных морских курортов – это проект нового курорта на Каспии, который способен объединить в себе как пляжный, бальнеологический, так и этно-агро- и гастрономический туризм. Данный проект разработан Республикой Дагестан в продолжение проекта Всероссийского детского центра на Каспийском побережье, о котором я уже докладывал вам. В первую очередь хочу доложить о предпосылках создания нового курорта на Каспии. Для иллюстрации спроса на Каспийское направление морского отдыха приведу один пример. Количество запросов словосочетания «Дагестан море» в поисковой системе Яндекс в июле 2022 года по сравнению с июлем 2020 года выросло более чем в 13 раз. Хотя море в Дагестане является далеко не единственной точкой притяжения туристов. Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за 7 месяцев уже достиг более 1,3 миллиона человек. Это рекордная численность пассажиропотока за всю историю аэропорта. Использование туристического потенциала республики – один из способов вывода Дагестана из зоны высокой дотационности и возможность создания множества рабочих мест. На основании вашей, Владимир Владимирович, резолюции была разработана концепция создания на побережье Каспийского моря Всероссийского детского центра «Дагестан».